Небольшая была, и все, она меня, значит, руку обработала, руку эта собачка. И получилось так, что они обработали марганцем мне руку, я 6 месяцев была без руки, а я была левша. Так меня научили правой рукой это работать, и правой рукой писать, и считать, потому что левая рука у меня 6 месяцев была это... нерабочая. Ну, долго-долго заживала, потому что лекарств никаких не было, кроме марганца, ничего. А тут еще такая досужа, что до всего надо было, и все это так и получилось. И я вот, видите, выжила, и рука у меня спаслась. Спасла руку у меня собачка. Я мамой говорила: «Господи, та ты ще ж ты не умрешь, або повісишся, або уб'єшся».